Встала и вышла. Нужна, не нужна, как же плевать и нисколько не грустно. Я никому ничего не должна, и это чертовски приятное чувство. Я ничего не считаю своим и никого, философия гостя. В жизни у нас абсолютно взаим. Мы ни обиды не держим, ни злости. Я не прошу, не надеюсь, не жду. Ждать и надеяться можно годами. Люди всегда ощущают нужду в том, чтобы труд увенчался плодами. Я не хватаю удачу за хвост, чтобы в руках только он не остался. Только тогда ощущается рост, если действительно сам добивался. Встала и вышла, и дальше пошла. Сколько мне нужно? Ни много, ни мало. Я никому ничего не должна, кроме себя. Вот себе задолжала.